Всем привет, всем здравствуйте! Сегодня вашему вниманию я представляю котлету особенную, вот такую вот вкусную румяную и очень сочную. Приятного просмотра! Для самых вкусных и сочных котлет нам сегодня понадобится 1 килограмм фарша, у меня свиной, 2 куриных яйца, картофель, один вот такой довольно-таки большой картофель и один маленький, 1,5 картошки, скажем так, 1 луковица и 2 зубчика чеснока, а также мука, соль, перец и приправы. Поехали! Фарш перекладываем в нашу миску. Так, переложили полностью фарш. Разбиваем к фаршу 2 яйца. Первое яичко. Второе яйцо. Желательно без скорлупы. На чеснокодавилке выдавливаем 2 зубчика чеснока. Вот так. А также нам понадобится мука. И я кладу 1,5 ложки столовых муки. Вот столько. Теперь на мелкой терке натираем картофель. Для картофеля натираем луковицу, также на мелкой терке. Натертый картофель и лук перекладываем к нашему мясу. Следом ваши любимые специи. У меня вот такая вот приправа для ребрышек. Отправляется к нашим будущим котлетам. Так, обязательно соль. Так, соль у меня не соленая, не смотрите, что я так много насыпала. Перец черный. Так, затем добавлю сладкую красную паприку. Вот так. И теперь мы все руками будем перемешивать. Так, намешали наш фарш, наши будущие котлеты. Вот такая консистенция, да, не падает с ложки. Отставляем в сторону. Берем сухари. Насыпаем на доску. Так. И сейчас будем лепить наши котлеты. Я беру маслице. Маслицем смачиваю, обмазываю руки. Если у вас есть перчатки, можете использовать перчатки. Так. Беру нашу будущую котлетку. Вот так вот сформировали нашу котлеточку и кладем ее на доску. Она у нас первая. И так мы делаем со всем нашим фаршем. Формируем котлеточки и кладем на доску. Так, из 1 килограмма фарша у меня получилось 18 котлет. Теперь вот эти сухари, которые под низом, мы просто наши котлетки слегка обваливаем. Вот так. Сильно много не надо.
Просто чуть-чуть в сухарях мы их так обваляем немножечко. И все. И можем отправляться жарить наши котлетки. Так, на разогретую сковороду отправляем наши котлетки. Масло у меня подсолнечное. Жарить я буду на медленном огне под закрытой крышкой. Потом мы крышку откроем и будем жарить без крышки. Вот так. Теперь накрываем крышечкой и пусть жарится. Итак, ребятушки, ну что, вот такие вот у меня котлеточки получились. Из 1 килограмма фарша у меня вышло 18 котлет. Вот, давайте же посмотрим, что же за котлетка у меня в итоге вышла. Вот такая вот она классная, сочная, вкусная. Посмотрите, сколько сока. Котлетка обалденная. Сочная, не сухая. Все те, кто не готовил котлетки с картошечкой, обязательно попробуйте. Спасибо, что в этом ролике вы были со мной. Увидимся в следующем ролике. Я вас всех люблю. Всем пока. Пу!